Всем привет, зрители и подписчики канала Games APS. Мы продолжаем выживать в 7 Days to Die, Альфа 1.1. Так, ну и чем мы будем заниматься-то сейчас, нам расскажет Тристрамс. Ну, мы сейчас предполагаем выдолбить небольшой проход в этой комнате и сделать лестницу наверх, дабы построить там какой-нибудь аванпост. Так, ну хорошо, то есть ты имеешь в виду где-нибудь вот здесь вот, да? Ну да, просто по прямой там блоков, не знаю, сколько, 8-10. Окей, ну в общем тогда мы будем начинать эту лестницу долбить и вернемся к вам. Чего там? Извиняюсь, я просто бегу по лесу, и оленю просто в хавальник только что кулаком звезданула. Бедный олень. Да, вот такую лесенку мы, кстати, сделали, если кто не видел. Довольно удобно. Вот. Да, я предлагаю, собственно, чтобы, Оля, ты давай забегай, а я закрою вход. Там вообще желательно наверху сделать небольшую комнатушку и поставить дверь. Хорошо, сейчас тогда я ее... прям сделаю. Но дверь, это, понимаешь, на самом деле не очень хороший метод. Лучше давай пока я просто камнем закрою. Ну, а почему я не дверь? Убежал. Так, Оль, давай, беги. Беги. Я стараюсь, у меня просто стамина умерла. Ну, я оленя вижу. Не, это другой. Сейчас я с ним что-нибудь сделаю, с этим оленем. Тут дядечки злые. Мне так РПГ рука чешется взять на оленя. На оленя РПГ мало, его просто... Расчленить. Блин, он так прыгает. Вот так, в него стреляет. У нас больше не осталось факелов. Не стреляет. Так, ладно, фиг на него, на того. Ты там прыгаешь, так прикольно, блин. Давай, беги сюда. Ладно. Так, у меня на факелы есть одна эта штучка. Сейчас попробую сделать факел. А, это же надо обработанную сделать палку. Блин. Sharpen stick 1, Sharpen stick 2 и получили, нифига не получили. Подожди, а как факел-то сделать? Я уж не помню. Торч. Палка и тряпка. Что-то как-то никак. Ну ладно, сейчас давай я тебе дам, ты сделаешь. Так, все, ты там вниз уже спустилась. Да. Все, я тогда здесь закрываю. Да, у нас, как всегда, приятные новости. Я плохо сохранился, и, в общем, пропала вся еда. Ничего, найдем тебе новую еду. Так, ну ты там уже прокапываешься, да? Так, как у нас делается лестница? Это леддер? Лестница? Леддер, по-моему, да. Так, ну и в общем мы к вам вернемся, когда эту лестницу, собственно, наверх к нашему будущему аванпосту построим. Да. Так, ну и собственно вот, значит, сделали вот такую вот лесенку. Сверху там зомби, потому что сейчас ночь глухая. Я предлагаю заняться каким-то обустройством внутренних помещений. Да, так у нас вообще что-нибудь есть для этого устройства? Да я уж не знаю, я себе вот кровать поставил нормально. Можно хотя бы поспать. А я свою кровать того. О, слушай, наконец-то они сделали... А нет, не сделали. Что? Да, ну вот когда приседаешь, камера должна, по идее, опускаться, если ты от первого лица смотришь. Я подозреваю, что это вообще ужас. Покажите. Вверх. Смотри вверх. Да, выглядит... Что это за общага? Что это за казарма? Я не знаю. Зачем тут столько много кроватей? Нужно больше кроватей. Я вообще сейчас умирать начну, мне есть нечего. У меня даже нет ничего... А, не, есть у меня какая-то еда. Вообще прикол. Совсем чуть-чуть еды. Серега, встань, ты присевший. О. Прикольно. Так, чего делать-то будем? Ждать, когда закончена ночь, и потом... Из блоков у меня есть только дерево, пожалуй. Круто. Ну, я не знаю, давайте комнату еще одну запилим.
Я просто не переживу теперь, я все диваны потеряла. Только надо по карте, кстати, смотреть, чтобы мы в это... А, не, вот, кстати, вот эту вот стену лучше не бить, на самом деле. Потому что так мы в озеро воткнемся. Да, только озеро глубиной в один блок или в два. Ну, все равно, на всякий случай. Ну да, вдруг просочится. Ага. В эту сторону у нас все окей, в эту сторону у нас гора. А вот в сторону копай не хочу. А вот в ту сторону у нас, ну, тоже нормально, на самом-то деле. Хотя вот пост, конечно, было бы лучше строить в эту сторону, потому что тут реально гора. Ну, то есть, вот, вот реально гора по карте, если посмотреть. А? Ну, вообще-то да, конечно. Так, когда будет день, я пойду наружу и буду добывать камень, много камня. Я добегу до города и пойду добывать то, что осталось. Окей. Чё, как, зомби есть? Да, вон стоят дерево, что-то там. Что-то делают с деревом, посмотрел. Добываю. А, нас заметили. Это мне сразу Скайрим как-то на голову пришел, нас заметить будет. Так, валим внутрь. Да уж пытаюсь. Кровью тут кидаются, вообще фу. Так, меня не убей. О, быстро отходи назад. Тут за нами толстячок лезет. Че, у толстяка есть металлолом. А у худого этот шем. Нормально, шема съем. О, подкрепился чуток. Ну все, вроде зомбя малость успокоилась. Памятник Ларри. Да. Стоит, не двигается. О. Ты живой. Живой памятник. Так, ну в общем, я не знаю. Сделаю там что-то. О, мне интересно, как я буду выглядеть, когда я по лестнице ползу? По какой? А, весьма прозаично. Ну, чтоб ты понимаешь, как это... На самом деле, выглядит весьма таки жестоко эпично. Тан-тан-та-та-та-да-та-та-та-да-та-да-та-да. Покажи мне это, пожалуйста. Сейчас, залезу наверх. А, ты хочешь... Понял. Смотри. Я присел, да? Тан-тан-та-да-та-да. А если с пустыми руками, то это, конечно, более эпично выглядит. Гопота наступает. О, наверх смотрю, вот смотри. А если вниз смотреть, совсем, прям совсем вниз? Полетел. Ты себе коленками лицо бьешь. Посмотри, он кастрюли поставил. Стой. Чё? Зачем здесь кастрюли? Не знаю, мне их нужно было куда-то деть. Да, и ты никуда не лучше... Не, ну вообще нормально, да. Антресоли, чё уж там. Что, мы не в России, что ли? Ну да, не в России, ладно. Я, кстати, там в сундук скинул всякие кирпичи и дерево. Кирпичи, видишь, скинул? В смысле, не кирпичи, а камень. Так, тут еще вот какая-то руда, которую я сейчас попробую выдолбить. Ой, она куда-то исчезла, ну и хрен с ним. Так, зачем я это сделал? Ну что ты сделал? Эй, чуть-чуть не то, что хотел. Ну, конечно. Да уж. О, теперь то. Так, что там, зомбя идет? Не ломится в нашу обитель?
Я думаю, они на этих шахтеров типа на нас забили. Ну, вполне возможно. Ну вот, собственно, как-то так. Не знаю, на что это, конечно, похоже, но, скорее всего, на то, на что должно быть похоже. На туалет? Ну, а как же без этого? Черт побери, туалет. Так вот прям. Не-не-не, неправильно, слушай, постой. Ну. Че там? Ты туда кастрюлю поставил? О, нормально. Так надо же таки дверь туда запилить, что ли. А дверь-то воистину туалетная. Ну да. Кто будет горшок выносить по очереди? Да, чего уж там. Ну, такой можно редко выносить, там литров 15, наверное. Да, вот, собственно, вот так выглядит. Здесь табличек не хватает. Угу. Садись. О. Ну что, закрылся-то? Ну как ты, слушай. Мне же это невероятно выглядит. Сейчас такие лица просто безумные так смотрят. Подожди, сейчас я... Сейчас. Я сейчас тебе зайду и ты покажу. Давай. Сейчас. Нет, ты... Чуть-чуть нет. Да зак... Тебе открывай и смотри на меня. Мне же тут прям так и выглядит, чё пришёл. Да-да-да. Смотри, я как кошка попой по полу сейчас ездить буду. Не-а, нифига. Нет. Так, ладно, между тем у нас 4-5 утра, можно, по-моему, уже на улицу выбираться. Нет? За семьи вообще без толку. Они ещё бегают. Чё там, Серёг? Зомби есть? Деревья вижу. Хорошо. Есть чё? А зомби есть? Не, зомби, кстати, кажется, нет. Ладно, я тогда попробую камушки поискать. Зачем тебе камушки? Ну как, чтобы камень добить. Добыть. Я две пачки скинул. Где? Сундук, я же говорил. А, ну ладно. Пойду заберу. А ты там пока можешь поразмышлять на тему, как, собственно, это все будет выглядеть. Так где же он? О. Кто? Я вот единственное думаю, из чего нам это все дело делать? Да из камня, я думаю. Не, из камня не круто, они его ломают быстро. Да? Руда. Не, ну из руды у нас только руды не будет, чтобы это все дело запилить. Шеф, это я. Ну хотя бы из камня можно выложить там, ну не знаю, основание какое-то. Помнишь, мы какие-то пластины с тобой ставили, неубиваемые, в туалете? Ну так это ж креатив режим. Я понимаю, но их наверняка можно красить. Ну, возможно, возможно. Не, на самом деле камень не так уж быстро и разбивают. Помнишь, когда мы тогда еще с тобой этот в нашей первой постройке тогда играли, они довольно медленно его бьют на самом деле. Ну, во-первых, у нас их так много сразу не набегало на камень. Не, я предлагаю еще попробовать сделать усиленное дерево. Это как? А, есть вот такой вот вид дерева. И он тоже весьма такой прочный. Хорошо, сейчас я его руками попробую раздолбить. Попробуй. Ну, то есть, понимаешь, зомби это примерно чуть-чуть сильнее, чем мои руки на самом деле. Ну, чтоб ты понимал. А если поставить... Это я понимаю. А если поставить камень, например, тот же... Камень, естественно, прочнее. Ну, намного прочнее, то есть... Ладно, сделаем так, логически. Размышляем, можно сделать... Олень. Олень. О,
рассвет. Вот, можно декоративную часть, собственно, выполнить этим деревом чудесным. Сволочь. Замри, отойди от него. Нормально. Так, ну, в общем, давайте строить. Пробовать. Не-не-не, подожди, из камня пока не делай. Ладно. Зомбаки еще бегают, я как понял, не понял. Да вроде уже же не должны. Так, я пока дерево добуду, что ли, на всякий случай. Я пойду на 73-й гигион. Угу. Начну оттуда. Окей. Не-не-не, бегают. Еще бегают? Ты уже же не должны. Сейчас один прям бежит. Ну хотя они до 8 часов, по идее. Ну фиг его знает. Зомбя. О, зомбя. Столько много шума, а столько мало пенечков. Совсем печально. Вот мне интересно, зомби может утонуть? Если зомби, например, поместить в какое-то место, где много воды, например. Мне почему-то кажется, что нет. Ну, ну да. Что-то мне тоже так кажется. Идешь, идешь такой по лесу, тут раз, лючок с лестницей. И лестница глубоко, глубоко. Землянка, блин. Ну да. Да, здесь еще крышку люка, знаешь, в крафте. Ну, ну да, да. Ну я надеюсь, что когда выпустят вторую альфу, они что-то подобное добавят. Так, Серега, ты где, собственно? Я у нас внизу там на складе. Я вот не могу вспомнить. А, все. Так, значит, один кусок железа. Ты крафтишь чего? Угу. Между тем уже почти полдевятого, время-то идет, поэтому надо побыстрее как-то что-то придумать. Ой, тут олень прям передо мной пробежал. Это, возможно, мой недобитый. Это, возможно, ну, наверное, потому что я его буквально с одного патрона практически застрелил. Ой, сколько у него мяса-то. Целых 7 кусков. Из двух кусков железа получается 36 очень смачных блоков. Чего? Как это? Покажи мне. Из двух стали именно. Так, сейчас я потерял, где наш вход. Надо его как-то обозначить, что ли. И вот эти блоки сейчас ты попробуешь побить. Окей. А, знаю, это арматурина. Да-да-да. Ее можешь бить киркой. Ну, рукой пока плохо. Ну, киркой бьется, но очень слабо. Ну, вот я тоже. И с нее получается металлолом, кстати. То есть, если ты ее раз поставил, то второй раз у тебя получится металлолом. Ну что, будем из таких блоков делать? Ну, я предлагаю, смотри, знаешь, как сделать? Основную конструкцию вниз можно камнем все-таки, да, из камня, а вокруг все дело этой вот штукой. Ну, на уровне двух блоков. Ты предлагаешь землю выкопать вокруг? Ну да, красиво. А я думаю, блока 3, наверное, от лестницы. Можно и так. Так, я сразу здесь камень поставлю. Так, надо себе эту запилить лопату. Так, а как там лопата-то у нас делается? Да у меня 32 куска железа, на самом-то деле. Ой, 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 убей.
сволочь. Палочка спасла тебя. Да-да-да. Не говори. Это палочка. Как там? Авада Кедавра. Да. В Столбине или как там еще было у них? Ну, это всякие там расменовские переводы. Ну да. Я больше это склонна ко всяким Круцу и же с ним. Ну да. В изначальной форме оно как-то приятнее звучит. Круцио. Сруцио. Сережа. Не было там такого заклинания. Ну а чё, прикинь, вот подходишь к чуваку такой, Сруцио. И всё, и вытирай, и вытирай. И только вернее успевай вытирать. Боже, я разбила ковер. What the fuck? Представляешь, ковры еще можно разбить. Черт бы их побрал. Я хочу забрать ковер, а он никак. Так ковер ты не заберешь. Его можно только через креатив режим поставить. А забрать-то его он разобьется нафиг, да и все. Я уже в курсе. Короче, камень в воздухе не держится. Правда. Как неудивительно, да? Угу. Разбей там под ним блок. Отлично, я зашла в хороший дом, и мне восполнилось... Ну что, а теперь, собственно, вот здесь я предлагаю дело с вот этими штуками. Поешь, так, подожди, мне что-то бы съесть, а то у меня... Он сейчас сырого мяса съем. Ваша мать пришла. Вернее, придет. Что-то там принесет. Так подожди, как мы делаем? Сразу металлом или камнем сначала? Ну, я думаю, нет, сразу металлом. А смысл? Они же его разбивать начнут. Блин, олень, ну нафиг вообще. Так смотри, мы делаем прозрачный аванпост. Да-да-да, ровно по области. Зато мы все будем видеть. Ну хорошо, тогда дай мне или скажи как. Металл посередине, выбираешь 4 хреновины, эти 4 хреновины в середину. Вот, Так, подожди, металл посередине. Металл посередине, дальше что с ними делать? Там получается 4 такие штуки, да? Подожди, раз, два, три, 4. Как, что, не пойму. Не, просто один кусок металла посередине. Именно сталь. Ну, положил, получились forging metal. Да-да-да, вот берешь их, кладешь в середину. Так, беру, кладу в середину. Получаются трубы. Трубы. Вот эти трубы ты выкладываешь вокруг середины. Черт меня побери, играла бы я так в Killing Floor. Офигеть. Равно бы мне не было. Единственное, чем меня раздражает, вот, как оно выглядит. Ну да, выглядит оно, конечно. Ну, когда ты второй этот будешь накладывать, по-моему, оно должно исправиться. Так я второй не хочу накладывать. Я вот хотел как бы вот сделать вот так. Но если сверху дерево положить, то оно будет нормально выглядеть. А, мы поставим эти, я знаю, как его, колючую проволоку. Во. Ну вот, собственно. И, собственно, вот так вот я хотел. Ну, они будут прыгать на это дело, то есть смогут запрыгнуть. А, то есть ты не хочешь в высоту его строить? Вот. Почему? Вот так вот. Так, у меня кончилась эта хрень. Не, ну на самом деле это весьма так. Клетка. Блин, как эта штука называется, слушай? Которая Metal Trashing, да. Только слушай, надо сразу внутри находиться, потому что мы сейчас сами себя закроем. Не, ну у нас-то есть вход, как бы. Ну да. Слушай, ушел бы ты оттуда. О. Ну вот так. Так, получается, сколько у нас? Раз, два, три. 4, 5. 5, значит, нам нужно 20 этих штук. Ну, у меня есть 55 этих самых металлических. Я нашла еще одну бензопилу. Круто. Бур не нашла? Нет, бура нет. Но я сейчас на недоферме. То есть строение те же, но без кукурузы. Угу. А, ты колючую проволоку запиливаешь? Ага. Только я вот не знаю, через нее стрелять-то можно? Нет. Ну давай проверим, смотри. Нет. Хреново. Ну, для этих целей я предлагаю вверху башню немного выстроить. Ну, любитель я башен, ну что ж тут поделаешь-то? Не, ну я не спорю. Мы вот здесь вот можем, допустим, да, сделать лестницу. (Клес)
Есть лестница? Сейчас будет. Есть чё? Угу. Лестницу мне запили. Какой-то джигурда. Угу. Лестницу мне запили, говорит. Русскую лестницу. Ты должен так говорить. Угу. Славянскую. Вот да-да. Можно славянскую. Славянские лестницы, они, по-моему, самые анимированные. Угу. Славянские обои тоже ничего. О, нормально. И диваны. Не, ну такую высокую. Не-не, вот. Ты сейчас поймешь, что я имею в виду. Ребят, свистните, как часа 4 будет, ладно? Ага. Мне немножко тяжеловато здесь за временем следить. Так. Зря ты с этой стороны лестницу, конечно, поставил. Ну, ты вот это тоже как бы будет вверх, мы по ней будем бегать. Нет? Ну да, но... Ну ладно, сейчас... Я просто хочу, чтобы ты понял, как я хочу сделать. Ну, мне кажется, тебе нужно все-таки вширь немножко. Ну, я же говорю, зря ты там лестницу поставил. Ну, хотя ладно, сейчас посмотрим. Берешь вот так вот, хоп, и ставишь. Короче, мне все восполнилось сторицей. Во. Сторицей. Я не знаю, меня мама, наверное, бить будет за то, что я задумываюсь над такими вопросами. Ну, собственно, вот тебе и платформа. Так, надо вот эти елки передние срубить. Блин. Да, выглядит это, конечно, странно. Ну ладно, сделаем еще какие-нибудь, не знаю, что-нибудь. Слушай, а вот то... Ой... А что ты сюда поставил так эти? Ну, чтобы можно было вот удобно выйти и вот здесь посмотреть. Не-не-не, я думал, я вообще, ну, как бы потолок делать. Ну делай. Ну, хотя потолок лучше сделать из потолка, на самом-то деле. Не, ну так мы будем видеть хотя бы всех зомби, оно все-таки прозрачное. Подошел, стрельнул. Ну, ты же через нее не стрельнешь, понимаешь? Не, ну через нее-то не стрельну, зато я через нее спокойно вижу. Ну, да. То, где есть. Ну, да. Пойду-ка я посмотрю, как это все дело снаружи выглядит. Так, не испытывая судьбу, почесала-ка я домой. Давай. А то время-то уже 3. Так, а проход здесь у нас нафиг закрыт. Надо бы его открыть. Очень неуютно чувствую, когда я ем без вас, собственно, без вашего ведома. Типа еду нашла, там занычила, захавала аккуратно. Прям это реально стыдно становится. Блин, бывает. Постоянно. Так. Ну, со стороны это, конечно, выглядит весьма странно. Такая странная конструкция. Но башенка, да, башенка смотрится. Башенка, башенка. Можно еще вокруг кольев напилить. Я не буду допивать. Али. Слушай, я думал, здесь вот еще подпорки вот так поставить. И вообще ставь. Ну, оно вообще-то не разрушится, мне кажется. Да я тоже так думаю, ну, на всякий случай. Ну, что-то... да. Так, и вот сейчас самая опасная работа будет, на самом деле. Я колья буду вокруг этого дела ставить. Да! О, красиво. Колья, подожди. С кольями подожди. А можно меня внутрь? С кольями подожди, Арчер, я боюсь, когда ты колья ставишь. А внутрь через... Внутрь через вход. Внутрь через вход, вот который вот где-то там. Вот который где-то здесь. Надо бы его как-то пометить, что ли, обозначить. Вот здесь. Подожди, там еще один олень. Два. Ну вот как-то так. Здесь я обозначил вход. Его, по крайней мере, нифига его не видно нормально. Сейчас еще сделаем. Блин, вот эти кричащие зомби напоминают мне, как в Киндзадзе, вот это. Ику! Ах ты засранец. У меня тоже такая жужжалка есть.
Говорил, ты вход нашел? Но я вот тут расчистил как бы чуть-чуть. Ну как-то так. Вот это вот. Ага. Теперь бы собрать все это дерево. Ну да, сейчас соберем. Очень замечательно. Ну как, я напилил, кто-то пускай собирает. Господи, я в восторге, я все принес. Я принес еду домой. И бензопилу. А я вот дерево напилил, понимаешь? Понимаю. Понимаю, говорит. И ушла. О, олень, стой. Да, я тебя зарублю твоим же мясом. Ты уверен, что его догонишь? Ты не я. Пуля догонит. Чего? Ты что? Ой, бензин кончился. Ты что, пячка? Ты что, пячка? Сейчас шло по 5 часа. О, тут братюни идут, слушай. Уже не идут, уже не ходят, они не умеют ходить. Слушай, Серега, а ты что за конструкцию-то такую выстроил, расскажи. В смысле? Ну, как оно работает? А просто ты полностью платформу запилил? Ну да. Чтобы можно было спокойно бегать и отстреливать, как бы тут сверху далеких, снизу уже подошел. Если что, можно вот здесь, пониже спуститься. Логично. Ну вот, конечно, в Альфе 2 добавят ползающих по стенам зомби. Ребят, как у нас сундук называется? Слышите? В смысле, как сундук называется? Какой где? Вот, делаем эти штуки. Угу. Посередине 3. Да, и под ними также 3. Понял. Все. Все, поняла, поняла. А, еще нам надо все осветить, кстати. Вы. Заправился. Но освещать у меня нечем. Я вот сейчас палок наделаю, а тканей, собственно, у меня нет на самом-то деле. Я принесла одну тряпочку, но это опять же нет. 4 факела. Не самые веселые. Тряпочками, да, беда. Ребятки, еды у нас прям хорошо так. Да, ну это хорошо. Ладно, давайте я на этом серию, наверное, будем завершать. Да, давайте. Вот, построили, в общем, вот такую конструкцию. В следующей серии продолжим. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока.